Всем привет! Заранее прошу прощения за свой голос. Я немного простыла, но готовить при этом не перестала. В этом видео я вам расскажу, как я готовлю творожные сырники по советскому рецепту. Сырники эти я готовлю без манки, с добавлением муки. И получаются они очень нежные и вкусненькие. Вот список необходимых продуктов. 700 грамм творога, 100 грамм муки, 1 яйцо, примерно 3 столовые ложки сахара, 50 грамм сливочного масла для жарки, ванилин на кончике ножа, 1 чайная ложка соли без горки и примерно 2-3 столовые ложки сахарной пудры. Чтобы сделать хорошую творожную массу, творог желательно протереть. Для этого его можно пропустить через мясорубку, либо, если творога немного, протереть через сито. К творогу я добавляю соль, сахар, ванилин и яйцо. И все это я хорошенько перемешиваю. Затем к творожной массе я подсыпаю половину порции муки. И снова все тщательно перемешиваю. Масса на сырничке готова. Осталось их налепить, обвалять в муке и обжарить. Для этого я высыплю оставшуюся муку на тарелочку. И формируя руками небольшие круглые лепешечки толщиной примерно в 1,5 сантиметра, я обваляю их с обоих сторон в муке. Разогрею сковороду со сливочным маслом. И выложу на нее подготовленные сырники. Буду жарить их на небольшом огне с двух сторон до румяной корочки. Ой, какая красота! Аромат уже щекочет обоняние. Выделяется слюна. И во рту уже как бы ощущается этот нежный творожный вкус сырничков. Пора ставить чайник. Готовые горячие сырники я выкладываю на блюдо и посыпаю их сахарной пудрой. К сырникам я подаю сгущенное молоко, сметану, варенье. Кому что больше нравится. Приятного аппетита! И до новых встреч в следующих видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!